Радыч, ты там взял какую-то труповозку гильдию? Но Поди ему объясни, чтобы он ник сделал соответствующий. так он же менял. Ну, там написано Митваган. У меня написано Рейнджер, Митваган. На самом деле, мне ник Труповозка почему-то очень знаком, как будто у кого-то когда-то был уже такой. Но я чекнул по базе, ни у кого нету. Сова есть такая за Альянс, Труповозочка. Угу. На БГ вечно встречаемся. ПВПшник, да, да. Ну, вот, может я быть, даже гильдию могу назвать, это Винное гнездо. Не, ну тут у него ДКшник ПВПшный, маг ПВЕ. Ой, этот хант ПВЕ. Ну блин. Рейнджер это хант. Да. Он, в принципе, нормально одетый, там 2 Т5, но они купленные. То есть я вам сказал, лучи, повторяю, тактики на ОКЗС. Целка он проходил все, кроме Джайны. Ресхэм, он тоже, говорит, был. У меня там так БКшные камни, что уже удивительно. Единственное, у него итем левел падает только лишь из-за выбора обычного тринки. И Кель Делара у него стоит, мейнхэм. Так, неплохо одетый. Говорят, именно дневной РТ. Ну, вот у меня почти полдня, наверное, на спаме стояло, только 3 человека написали. Ну, это уже неплохо. Мне вот за последние ну, два дня пишут. Ну, один написал с Legion of Fear, но что-то я ему ответил, он больше не отвечал ничего. Причем он у меня спросил, типа, нужен ли Blood DD? Я у нас спросил, какой левел, и все, нет. Нужны анхули ДК. Ну, чтобы ты понимал, за последние пару дней мне писали ребята исключительно ниже 250-го левел. Ну, я таким даже не отвечаю. Типа меня спрашивают, сколько надо ДПСа, и я тоже им не отвечаю. Там прикол в том, что я им говорю, типа, нет, маленькие, там, говорю, 2Т5, 265 плюс минимум. Они скандалить начинают, то что... Иллюжины охуевшие набирают одетых людей, чтобы их вагонили. Ну-ну. Да, блядь, просто набирать с алкашными камнями вот эту. Что-то танки обезумели. Я понимаю, что в ДВ рейд нужны там люди, но не настолько же все печально. Тебе, кстати, пишут 250, потому что ты не указываешь, какое... Я смотрел, что там спамишь. Там и 239, там 243. Нет, ну ты просто не указываешь. Не указываю. Поэтому тебе такие пишут. Но там указано главное. ОКХМ указано с прогрессом. Но не УДВ. Не, я как бы им говорю, что... Если ты одетый и ты тянешь для ОКХМ, ты можешь идти в ОКХМ. Да, в принципе, ДВ рейд, если он будет нормально одетый, они вполне смогут убивать робота. Просто робота. Одеть только лишь на него. А там танки есть хорошие? Ну вот как бы да, там не, ну, с резистами. Не сейчас же. То есть когда они рфанут. Ну а так, если человек будет одет и там 275 плюс, то почему бы и не с нами бы не. Если на выходных. Если он знает, что делать. Ну, не тупой.
Анкил, ты кому там МК кидаешь? Пока никому не дал. А тебе типа не нужно оно? Ну, во фросте крит не нужен. Ну, осколки от крита идут, скалируются. А, эта фигня мало очень дамага. Ну, давай Анеликс-то окину. Окей. Анеликс шапку на транс, что ли, забрал? Да. По ходу дела. Чё, может, на вас дэш бьём? Что, ты тоже такой колпак хочешь? Да я хотел, но, блин, его не стал ролить, потому что, думаю, на транс там кому-то на мейн, на офспике пригодят. Так-то и хотел его. Здравствуйте, а у вас нету места в ЦЛК, ой, этот какого? Ну вот, там где вы. Плюс они в АЕ. Просто вага, этот шлем подходит для ПВПшных плечей очень. Так ты ж уже получил ЕП за РС. Он за ачивку хочет. Горите в огне хозяина. Не, меня взяли после начисления ЕП. Я не получил. Лёх, ты в Дискорде? Там можешь говорить, нет? Это Шторм там пытается прогрузиться. У него соединение установлено. Я думаю, он скоро зайдет. Там, кстати, можно обновить игру. Кто не через лаунчер заходил. Обновка метров 60 была вроде. Он, Леха, он все написал. Там масса в Долоране. Можно поставить шкаф, сумануть, допустим, Мосу, Шторма. Кирса можно сумануть тоже. Что масса отсутствует. Там Шторм и фармит кто-то в ледяной короне. Лучше два раза стал. Шторм, беги. Маги, дайте инту трюк. Моса, ты тут?
Хилас, вы модели. Мосса все еще не аля. Да, все, шторма вроде присумонили. Шторм тут, да, мосса нет все еще. Да давай так захилим. Цирк приехал. Нет, тут есть что. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Чего, у нас танков не хватает? Всего хватает. Два пала. ДК. Ждем. Не знаю. ДДшники залипают на полпути. Ну, у нас только монород. АФК что он написал. Несколько минут. А, ну, тогда погнали, что стоим. Терс, видимо, лагает. Прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел. Лёх, деформируй рейд.
Брать, по-моему, больше некого. Такой большой выбор. Не, ну группу типа перекинуть. Что там? Что ладно? Ну переформирую это группы там под тьму, под цвет там как надо. Ну и у нас вон пустой слот, соответственно, можно на ачиву взять вот этого кровавого узора. У нас тут будет сейчас 3 свободных слота, походу. 4 огнища. Так. У меня пинг сильный. Очень. Типа Кирс, Мозер, Рога. Все печально. Ну, нам это не помеха. Че, не Онукс, ты сильно лагаешь, значит, да? У меня 7К, 6-7К. Помогут запороть спингом. Его я вот убрал, там вместо него кровать. Это репут не этот? Да нет, со мной там все нормально. По-моему, Тимуч сегодня тоже не было. Нет, был. Это краша сервера началось. Ну у меня тоже там пинг был 3 сотки, я взял репут. Ну... Кирс, а ты что, сильно лагаешь, нет? Или попробуй обновить, там обнова есть. Первая группа тьма. Ну, у Кирс вон тоже 4 секунды задержки, это пиздец. Мозер у тебя там как? На танке. Кого ты в ретрике? Подамажишь. У тебя задержка сильная, ощущается сильно, нет, Мозер? Да нормально, бьем так. 500, нормально. Ну, монорота напуливать будешь, пай. Лех, а можно мутика поставить в тьму? Ну, просто потрешу. Встанешься во тьме. Там Керс как раз лагает. Так что во тьме и останешься. Рыбку тыкните, у кого есть. Все, кто по хилам просто. Просто свет. Дальше. Мосос. Блять, не знаю, как лучше сделать. Короче, просто. Два шамана просить. Да. Да, да. Ну тогда давай это шторм вместе с простей света. Все остальные тьма. Кто там заходить мост, будет на вторую? Селдрилом. Да ты оставайся, шторм пускай заходит, потом выйдет. Окей. Так, с 5 хилов получается 2 танка. Где Геннадий? Если бы его рестор дру зашел бы неплохо. Ребята, вару возьмете? Люк, Люк, ДЦ? Да? Во тьме. Типа 3 хила тьма, 2 света, я думаю, прохил. Какого вара? Или мне послышалось? Гена где? Мы проверку. Поехали.
Меня более-менее нормально слышно? Да, хорошо. А какой фас купить? Топовую. А если ты во тьме, то сопрут. А Джотан и Бонни Клайд, они сегодня в ДВ? Йотан был. Бонни Клайд? Нет, по-моему. Че он тогда не тут? Не знаю. Че по Кирсу? Что Кирс? С чем вы его идите? Не говорил же. Кирса зарежка 4 секунды. Боже, ну он допрыгался. Кто это такой жирный, блядь? Ну числи этой сове. Жена, за это в тьму идет. Сколько я помню, резисты сегодня тоже в ДВ не был. Был. Блядь, слепой вообще. У меня хоть свой раз не был на видео. Мяка там был. Мяка и резист были святого. Два фростмага было. Третий Кирс, который был во тьме. А, ну да. О, ну, память. Значит, Бонни Клайд только. Чё, сотку ему или сколько? Кто это был-то? Нет, нормально. Так, с этот... Что ещё? Так, это... Проблема, опять ауры нету, сосредоточения. Видите, аура. Лага поставили. Во тьме нужна она будет. Так что кто-нибудь танчит. Блядь, у меня мишка. Мышка стоять, у меня мышка села. Ты сейчас пошутил во тьме, блядь, танку хуяли, ставру. А, кстати, Неликс без МК ставишь. Неликс готов будешь, скажешь. Сейчас я батарейки возьму. Да не, просто он во тьме, я свету буду. Кават, поставь третью ауру, я буду резист менять. Что-то мне не хватает. Лорус, у меня так на джайне клавиатура села один раз. Не, ну клава долго садится, мышка пиздец быстро. Теперь хватает? Хорошо, что колесо. Хорошо, что там колесо под столом не крутится, блядь. Почему во тьме ауру нельзя? Я даю же баф, или он элку дает против тьмы. Зачем аура? Потому что во тьме танчит Леха один, и ему нужен его арму. Мека по броне не будет. Ну. Ну понятно, все, понятно. Сейчас, секунду. Значит, бага во тьму. Не-не, спасибо, не хочу. Я туда просился несколько месяцев, меня один раз поставили, больше не пускают, так что я больше к вам не приду. Тебе не доверяют просто. Не, я слишком охуенный для этой тьмы. Настолько, что Халион от тебя упрыгивает свет? Конечно. Ну вон, Санте сейчас скажет, как обычно, понерфить. Вообще приоритет на ауру идет вроде как сосредоточение. Так вот, именно номер один должна быть. А танку идет, блять, протаура. А чё, там, сколько тебе на броне дает? 1002? Больше? Больше. Локи-то херачат без этого. Это я не могу так. Ну, хотя могу. Она почти два куска дает. В смысле, там еще талант, который прибавляет. Вот у нас талант, он дает почти два куска. А. Так, дай проверку. Варчик спрашивает, место есть? Только зашел. Берем, нет. Какой вар? Зилфрид. Да берите, что лишний, что ли? Чего, Зилфрид? Нет, в пролете. Чего?
Не дамажит, зачем он тут? Мы в 24 справимся. Поехали, выйдем. Хоть ачивку бы сделал себе. Ну, смысл. Если будет от него дебаф в кемпе рейда, это будет подгорание всего рейда. Зачем такие муки? Тотема уберите нахер. Шторм. Поставишь, как босс появится. Но народ за кругом. Аккуратно все в кемпе держите, чтобы дать вам не... 23. Чего? Народ за кругом. Чего он за кругом, блядь, подтвердили же все. Ну, Слава пошел на меня. Че, мы же завоевываем? Да ладно, блядь. На пулю попробуем. А кого тогда на пулю? На вакс. Нет! Нордвара. Я лопну. Я лопну. Ладно, уговорили. На пулю идти на это, на мага. О, да, согласен. Нам кило, согласен. Спасибо. Нордвар вроде выжил. Вроде. Сейчас, да, на третий, известно. На третий я умру. Я в стоечку там все дела. Там по одному каждый разберется. Где Микела? На Монород что ли был? А, нихуя. Бля, опять мы багаюзим, сука. Пиздец. Он попал, да? Да. Заходим. Лев нас не ушел. Поражался. Сколько там до лезвия? 5. Назад смещаемся. Еще. Ну, блядь, под дыхание у вас хуярит, что то там это... Топните, 54. 53. Так, 52. Кислый санте поднимешь? Фреда, останься тут, короче. Нихуя. А санте поднимут, будет вот в этом. Фреда, давай. Давай. Что там с этим происходит, не то? Стоп, стоп, тьма. Тьма. Бьем, бьем. Там шаман лежит вроде, поднимите. Стоп, свет. И с мобами аккуратно. С мобик. Ну, Родвар готовься. Да вы по одному раз моба сидите. Шамана весните мне, сдохнешься. Ты там остаешься, Сантей, ты там уже тусишь. Стоп, тьма. Это нормально, не живем. Стоп, тьма. Тьма, стоп. По чуть-чуть можете. Элбрил. Дайте Еру святую.
Ну, легче будет жить. Я чё за, блядь? Пацаны, это не дело, блядь. Будете трэш собирать. Там люди умирают цвету от, от трэша. Пока лужа выносил. Съел трэш. Всё, вы вапнулись там, да? Нет. Ну танк ещё стоит, но нас трэш сожрал. Блядь. В одного ой, шамана тут не захилить, как бы. Чё-то да важно. Так там второй шаман есть. Ну так он сдохший. Как так он у него сдох? Встать, наверное, должно быть, нет? Я не знаю, чекни, может, он АФК. Лёх, надо ложиться, уже 90%. Да, да ложитесь, ложи... конечно, тут я лёг. Лезвие зайдите, или вложу. Чекни, лезвие. Это шторм вот этот тут шаман вообще, нет? Я понял, я думал, я... Я вышел из тьмы и сразу умер. Вот просто прогрузка пришла, я труп. Я ничего не сделал. Просто вышел из тьмы. У тебя в Дискорде еще вставалка есть? БР? Нет. Естественно, я бы встал сразу же. Нет. Куда она делась? А БРов не было в свету, я так понял, да? Монород за этим кисло свой по Сантею отдал. Чего? Уже, наверное, еще был. Я сейчас свято остаюсь. Да, потому что Сантея лег, вот поэтому я тест. Я понимаю, я поэтому спрашиваю. Где зубы Элбрил? Зубов не видел на себя. Рыба стоит. Он, если нужен, руга от благородия. Ты тихо сказал, тебя не услышал никто. Говори. Он мне. Говорит, вроде отлагал. Рога отлагал. Дай проверку. Смоним неонекса. Ну, блядь. Если отлагал, сумоним. Если нет, то... идти в 22-20, блядь. Я тут за этим, за куполом постою, чтобы метеоры на меня летели. Все здесь, все готовы, поехали. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. На этот РДЗ нам ближе подойдите, то метеор кинется на лаву, потом хуй убежит. А я отойду в наш кэмп. Народ. Выбирай большого. Сейчас можете напулять, пока на меня мелкий. Трэш. Поньк. Минус 3. Ну чё, ребят? Рано Бабл, беги.
Мас, понимаешь, жена Энконика. Блять, трэш там. Хожу. Заходите по готовности. Быстрее. Сколько долезли? Долезли сколько? 5. Движемся за босс. Скажите, когда можно зайти? Кончились. На народ. Да ничего страшного, тут поступились. Ревностно ушел. Да что-то не то, нахуй. 54. 100. 53. 100. 52. Я сейчас сдохну. Хилься, блядь. Тебя пробивает. 51. Сильно. На Некс вынес. Дыхание прям, блядь, заебись нужно. Ну резните кто-то. Вот его носишь. Свет стоп, свет стоп. Ну ты возьми вот такого, блять, вараску. Танки. Че вы там, стопать будете, нет свету? Уже. Мы стоп. Вообще не бьем босс. Догоняйте, боссы, бейте свет. Масса, ты выбежать хочешь, нет? Прибежали. Сколько реакция? Свет стоп. Дай там Еру свету. Ну, Вага, пусти сальву закинь. У нас свету слишком много ДПС. Дайте там Еру, я же говорю. Да? Дали, дали. Стоп, свет стоп. Алина, давай хуярь Еру. Все нормально. Туннели. Проценты ровно. Санте. Сильнее, убейте его быстрее. Убейте большого быстрее. Зря ты мне сейчас зубы закинул. Тёр. Блять, 8 лямов осталось по туннелю. Свет, можете охуеть с прожимки, ревностно всё есть. Чё ты не хилил Войда? Дарт? Или, блядь, сори, Шторм? Потому что шаман выбегал, свет. Выбегал, и тут сложило просто... Добиваете 4 ляма. Чё он отхиливается? Бля! Чё за...
Чё там у вас за проблема, блядь, святого? Танк упал. Я выносил так. Метку. Ну, я его здесь А что у меня диспелить было? Ты за танком должен был смотреть. Лёш, поменяй нас. Шторма во тьму, он здесь больше ориентирован. Надо сам себя диспелить, нахуй не смотришь. Поменяй нас. Нет. Просто вы не назначали диспеллеров. Ну, естественно, если шаман сам выбегает, он сам себя диспелит. У нас как бы принято, что каждый сам себя диспелит, кто может. Понял. То есть даже условно, если это маг выбивает, тоже сам себя продисплеит и так далее. Я понимаю, маг, рога, да. Кстати, да, Кирс, из-за того бульона не видно. Да. Что там не видно? Там что видно, блядь? Ну, я прям видел, как стоит сова на кастового, это я заранее знал, что он не побежит, потому что он даже не рыб. Рыбу ешь. Баф, давайте. Блять, дезурон пидорас на 7 дней меня забанил на форуме. Тебе рода, Левага? Да. Заебал своим символом или чем-то? Манускриптом. Я ждал, когда этот момент настанет. Хват, давай, все, поехали. Что вам третьего хила захуярить свет? Да не, нормально. Блять, просто не фартануло, я не знаю, ладно. Захилим мы так. Да, но только если опять метка, то... Ну ты видел, там хп, надо было только танка прохилить, пока я бежал. Там всех танка. Я по диспелю санки. Тонуло, такого нету уже давным-давно. Ну, не на того метка кинулась, как говорится. Кого? Могу и свет, и тьму танчить одновременно. Давай, трешачок на пол и погнали. Потреш. Медленно очень идет. Чё трэш нету, босс бьём. Точнее, стойте, чтобы там будет кричать, не перебежали. Перебежали. Стёрт. Зуба мне. Сука. Блять, я просто мискликнул. Заходим, заходим, заходим. Не то туда, не туда Элбрил побежал. Сколько до лезвия? Три секунды. Идем за боссом, быстрее, 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 быстрее. Да, охуенно. Долорес Ракуха. Не этот. Нэн, поднимешь там. Долорес. Мне здесь вставать. Да, рада тут, Долорес там будешь. Диспель свет сами тогда. Мозера там
смотреть, не проеби. Процентаж смотрим. 54. Стоп. Стоп. Стопните. Меня пугает. Сейчас перевод уже. Я говорю, пугает. Ложимся. Хуя вы процентаж переводите, не когда надо. А? Люди, похоже, не видят или не знают, что на 54 надо стоп. Это был последний пул. С следующего пула раздаю ГПшку. Заебло. Если переводится так босс, значит получают все дамагеры.